Так. На фоне базара, что ли? Да, на фоне базара. Вот Лену с Тинелей. Я вам... Привет-привет. На наших базарах можно с ума сойти. Пошли. Сейчас дальше пойдем. Ведра, кастрюли. Это мы на продуктовый сейчас выходим. Пошли на продуктовый. Что мы тут хотели взять? Яйца. Что, мы уже уходим? Ну да. Вот. Колбаску. Вот вам колбаску, пожалуйста. Трусы висит. Вот смотри, какая красота. Приправы разные всякие, орешки, эти самые, вот, вот. Это почем? 25 тысяч. Килограмм, да? Да. Снимайте красиво. Капуста, редиска, а? Пожалуйста. Не, я эти вот не хочу масло. Больше брать, как он называется, вот эти вот, вурт, не хочу. Я взяла, что-то мне он это... Какой, смотри, красивый. Ага, он дорогой. Ну и что, а сколько он стоит? Почем он? Это не тот лук, который нам надо кушать. Ну и что? Почем? Это 7 тысяч. Килограмм, да? 7 тысяч килограмм. Так, а мне, наверное, взять 2 лимончика надо в дорогу. Дай-ка я возьму. Я возьму, давай сюда вместо. Лимон это? Ну они почем? 2000 дайте все. Вот, 2000. По 1000? Да, ой, да. Ладно, пойдем. А я возьму. Давай посчитай. Давай вот сюда тебе. Ну на. Голову морочи еще. Это по-другому, да? Ну что, давай-ка я штучки 2 огурца с собой возьму. Нель, дай то, я возьму отдельно. Так, успокойся. На 8 тысяч денег это. Ну, да. Дорогу, чтобы кушать. 8 и 2, 10. Эти огурцы почем? Это 18 тысяч, я хожу. 18. Без дорог еще рано. Лимон брали, да? А, подожди тогда. Рано. Рано. Во вторник купите. Да. А то сейчас это... Потому что я мясо не хочу брать. В дорогу. Вот, в общем, вот весь базар. Тут дофига. Еще туда, если идти, там очень-очень этот, короче, очень большущий базар. Не буду больше снимать. Ну да, тут растет.